Так, смотрите, вот я поставил вам плагин Ultimate Shortcode, да? Вот он находится здесь теперь, в редакторе. То есть это и в статье, и в модуле HTML он будет. Его видно, да? Вот я показываю сейчас мышкой. Да, В видно. общем, здесь я кликаю. Здесь вообще много чего есть. Вы потом, как у вас время будет, сможете поиграться. Все на русском видно, да? Это очень крутая штука. Много чего можно делать. Если нужно быстро отсортировать по каким-то основным критериям, у нас наверху есть фильтр. То есть, например, содержание, если я кликну, вы видите, подсвечиваются только те инструменты, которые относятся к содержанию. То есть там кнопки какие-то, контактная форма. Вот контактная форма, кстати, у меня почему-то не срабатывает. То есть не отправляются письма, то есть даже на ящик, на, ну, такой нормальный ящик, который привязан к домену. Вот боксы, мультимедиа, видите, да, сортируются. Здесь понятно все. Вот смотрите, чтобы нам сделать 5 иконок, и чтобы они были адаптивны, чтобы они были как бы в одну линейку, да, нам нужно сначала будет воспользоваться шорт-кодом строка колонка. То есть вот она, видно, да? Да. В общем, я кликаю сюда. Хорошо, что здесь все на русском. Здесь что мы делаем? Прокручиваем в самый низ. Ну вот, если вы в первый раз откроете, у вас, конечно, здесь такого кода не будет, потому что это я уже здесь пользовался, и здесь что-то пробовал, да? То есть, если я сейчас вот здесь нажму, здесь вот есть такая вещь, сохранить шаблон. То есть, вы тут, например, что-то делали, вот предпросмотр, кнопка есть. Вот видите, я делал. Да. Вот при наведении эффект какой-то вы там хотели, вот можно анимацию выбирать, вот она видно, да? А, ну вот, да, как Да. раз. А анимация, она у нас работает не здесь. Это то есть на выборе иконок. Чтобы вам сейчас сложно не было, я вам сейчас покажу. Вот эти вот крестики. Вот, удаляю все эти шаблоны. Вот теперь сейчас заново зайду в плагин. Вот в этот шорт-код. Опять строка. То есть как это должно выглядеть изначально, когда только открыли вы первый раз плагин. Вы увидите вот такие вот строки, да? Если нажмем предпросмотр, вот здесь вот видно в рамочках показано три колонки. Нам нужно 5. Что мы делаем? Мы копируем одну вот такую строку. Ctrl-C. Понятно. Ctrl-V. Здесь также пробелы сделаем, чтобы они ровно все были. И еще одну. Так. И делаю пробел, так отступаю. Потом, вот здесь 1,5 мы меняем на... То есть, точнее, 1,3 мы меняем на 1,5. Все, да? Вот таким образом. И вот видите сейчас, как внизу в предпросмотре выглядит, так это будет выглядеть на сайте. Но, как бы, если мы сейчас вставим вот эту конструкцию на сайт, сохранимся, посмотрим на сайт, ничего не будет. Но будет вот это слово «контент». Нам нужно, получается, вот эти иконки вставить вот в эти контейнеры, как бы, да? Понятно, как таблица, да, просто без выделения, да, она идет. Да, но только здесь еще адаптивный дизайн есть уже. Да, вот в чем прелесть. И что мы делаем? Мы здесь делаем предварительное сохранение, чтобы не потерять, что мы сейчас с вами сделали. Вот. А здесь, вот видите, кнопочку мы нажимаем, и вот нажимаем «Сохранить текущие настройки». И вот в всплывающем окне называем как-то этот шаблон. Я назову его просто «1». Нажимаем «Ок». Как только это сделали, здесь появляется, видите, единичка. И вы можете здесь разных шаблонов наделать, если это нужно. А, ну понятно. Да, потом просто выбираете нужный шаблон, и он тут же вот отображается вот в этом поле содержания, где вы продолжаете редактирование. В общем, это первая часть мы сделали. Все, отсюда мы выходим. Чтобы выйти в общие вот эти все настройки, мы вот просто кликаем мышью вот в этом поле поиска, чтобы увидеть все вот эти иконки, да? Вот, теперь смотрим иконки. Нам нужны иконки с текстом, чтобы возможность была вставить и иконку, и текст, да? Здесь есть, вот видите, живая иконка, видите? Да. Это можно взять иконку, там она будет анимация, все дела. Вот. Но нам нужно, здесь есть прям возможность выбрать иконку с текстом. Возможно, там вариант вам больше понравится. Икона, вон ниже иконка Иконка с с текстом. текстом, да, вот. Вот все правильно, да. Смотрите, теперь мы кликаем вот сюда. И сейчас посмотрим вниз. Здесь ничего нет, да? Все удалилось. А, нет, вот есть иконка, да? Просто здесь есть шаблон у меня. Я сейчас все почищу, чтобы как будто вы с нуля зашли. Так, иконка текст. Ну, здесь все, в принципе, понятно. Заголовок. Вот ваш сайт, да? Давайте
сразу вот возьму, например. Этот. Может, вы переделаете сразу? Давайте на примере будет. Вот это переделаем сразу. Вот это. Ну, там, смотрите, там есть один нюанс, который, возможно, вам не очень понравится за счет вот этих иконок. Смотрите, вот текст мы сделали, да? Угу. Если при просмотр, видите, как смотрится прикольно. Вот содержимое, это будет как бы просто, ну, описание. То есть тут, например, заказ и оплата, а ниже идет описание этой функции. Этой вашей, вот этой предложению вашему. Так? То есть, не обязательно, если содержимое не надо, мы просто здесь вот это все удаляем и не используем ничего больше. Тогда не будет здесь описания. Если нужно, то пишем. Потом, если иконка нужна наверху, как у вас, да, то мы делаем вот что. У нас вот здесь вот есть такая вещь, выравнивание. Есть разные варианты, можно потом будет попробовать. Мы выбираем вверх, вверх. И сейчас идет обновление. Ну, бывает так, тупит немножко, от хостинга зависит. Вот такая вещь, так? А теперь размер иконки сразу бросается. Это вот выше, вот здесь ползуночек двигаем. Она больше. Но вот тут есть такой нюанс. Если ее делать прям нормальную, заголовок вот этот, он сильно отступает. Здесь его никак за счет настроек не подвинуть. Вот если тут расстояние нормальное, не слишком большое, от картинки до заголовка, то, в принципе, этот вариант подойдет. Потом, как использовать свою иконку? То есть, изначально по умолчанию у нас стоит сердечко, это вот здесь, да? Здесь есть два варианта, вот две кнопки. Точнее, три варианта. Загрузить ваше изображение и два варианта шрифтовых иконок. Если кликнем вот по этой кнопочке, мы выбираем любую иконку подходящую. Мы можем цвет ей поменять, размер. Это шрифтовые иконки, да? Которые не дают никакой нагрузки на сайт. Никакого веса. Потом, есть вот такой вариант иконок, они такие, видите, как бы полые, только идет обводочка, если такие подойдут. Вот, но если все же заказчик требует свою иконку, да, мы кликаем на кнопку выбрать, я вам уже сюда заглянул эти иконки, вот первая, да, вставить. Получается иконка, то есть смотрите, иконка, фильтр, если искать долго, надо по-английски будет написать вот здесь вот корзина, и по идее, она должна отсортировать и показать только корзину. В принципе, их не так уж и много здесь. То есть, вот корзина есть, но она немножко не та. Ну, выберите ее, да. Может, там надо переделать просто в этот формат эту иконку. Я вот этого не знаю. Надо посмотреть вот это. Так, вот ну, если там... я ее выберу, она сейчас, конечно, будет большая очень. Вот, потому что здесь, ну, я увеличил полностью. Здесь, я не знаю, надо определиться с размером вот здесь, с ползуночком. Вот, вот выравнивание здесь можно сделать, если просто выбрать заголовок, то будет слева, справа, то есть от иконки. То есть как лучше вам здесь, ну, как лучше надо сделать. Вправо, влево, то есть это вообще влево улетело. Пока сделать лучше вверх просто, да? Ну да. Ну надо повторить, как там нарисовано у нас, не знаю. Вот, заказ и оплата. Вот, в принципе, уже похоже, да? Угу. Цвет иконки, например. Вот ваш зеленый, да? Вот, видите, тут цвет иконки, так? Да, я знаю эти цвета, да. Ну, пипеткой подберете потом. Потому что мы это сохраним дело сейчас все. Вы потом сможете открыть. Вот зеленый, да? Там она поярче. Или лучше такого, не знаю, что за цвет, коричневый, что ли? Да, коричневый. Лучше коричневый сделать? Да, вот такой пойдет. Грязно получается. Тут он какой-то больше оранжевый, блин, что ли. Вот так ближе, что ли. Все равно надо будет, если... Я это поменяю потом. Да, цвет иконки, в общем, выбрали. Вот она, видите? Угу. Потом, ну, текст у вас черный, да? То есть можно оставить. Ну, здесь вот дальше объяснять просто, думаю, здесь все понятно. Да, размер шрифта здесь меняется. Да. Потому что здесь на русском, я думаю, разберетесь. И вот, смотрите, анимация иконки при наведении... Сейчас я предпросмотр сделаю. Здесь не видно, да? Будет видно, наверное, уже на сайте. У нас сайт без анимации, смотрите. 6 вариантов. То есть первый вариант тут, как бы уже потом посмотрите. Вот, видите, она что делает? Вот она, видите? Понятно, да, там выберем, как мне нужно. Да. То есть, чтобы поменять анимацию, потом придется как бы сюда заходить и заново шорт-код вставлять. Анимация 2. Сейчас вы поймете. Смотрите, что мы делаем дальше. У нас иконка есть, да?
Давайте я вам сделаю сохранение. Да, сохраняйте, что я. Вот, все, сохранился. Потом вот здесь вы увидите, вот он в списке. Ну, теперь нам нужно получить код. Вот он, показать код. Вы его копируете. Но вот из того, что у нас содержимого нет, у нас вот этот код будет вылазить. Вот именно вот этот косой. Не косой в смысле, а вот последний этот. Сейчас я вам покажу. Чтобы вас не запутать, я сначала все скопирую. Вы копируете это дело, так? Дальше вы выходите отсюда. И возвращаемся в наши колонки. Вот строка. Далее. Мы идем и я выбираю наш шаблон. Вы видите, у нас тут все обновилось. И вместо слова контент надо место как бы между тегами. Выделяете слово, удаляете и Ctrl-V вставляете. Понятно. Да. И пока вставим вот это все дело, чтобы вы просто наглядно видели, в каждую вот этот вот контейнер, так скажем. То есть просто наглядно покажу вам. Аккуратненько здесь не удалить лишнюю вот эту квадратную скобку. Иначе там порушится. Я немного знаю. Вот. Вот то, что вот вылезло, вот видите, вот это. Это из-за того, что нет описания. Это надо будет вот здесь вручную удалить. Сейчас я удалю. То есть это вот эта последняя конструкция. Вот она. У каждой надо было сразу удалить. Вот видите, у пятой уже нет. И анимация, вот видите, у всех есть. Да-да. Да, и сейчас дойдем до того, как это на сайте будет. Вообще, тут придется повозиться, потому что, ну, подумать, как что сделать. Он так-то удобный, но нужно руку набить здесь. Да, я сам пользуюсь на сайте у себя тоже. Тоже у меня есть внизу там в футере иконочки, использую в кнопках. А, смотрите, делаем еще одну, как бы, фреймворк, да? Два нажму. То есть будет, чтобы вот это готовая конструкция. Ну и теперь... Вставить шорт-код, вот синяя кнопка. И вот сейчас вставил, видите, без всяких тегов. Да, единственное тут... А, ну мы почистили вроде, да? Левый. Ну и что, теперь надо посмотреть, как это выглядит. Обновили сайт, а нас... Вот как это выглядит. Я считаю, достаточно симпатично. Да, неплохо вроде. И теперь смотрим. Видите, как оно в мобильной версии выстраивается. Вот оно, видите? Вот в чем прелесть, что построение контента. Как этот модуль называется? Это плагин, называется Ultimate Shortcode. А там, кстати, это же можно было ссылки поставить? Ссылки сейчас. Но там есть другие иконки, где 100% можно. Просто я сейчас это не помню уже, можно посмотреть. Тест. Здесь. То есть я код это оставляю, или, может да. Или можно удалить и заново вставить. Ставить шорт-код, давайте ссылку посмотрим. Возвращаюсь в иконки с текстом. А, ну нам надо сначала в саму иконку тогда попасть, правильно? Чтобы посмотреть, можно ли вставить. Ну, наверное, через HTML, наверное, там можно вставить? Так вообще здесь, по идее, наверное, можно вставить. Вот здесь сейчас посмотрим, ссылка на иконку есть такое? Да, вот, я не вижу, да, вот так. Анимация, граница, тень, внутренний отступ, радиус. В данном случае можно? Видите? Да, в том же окне, но... И цель открыть в новом окне. Это нужно, если вы ссылаетесь на тот же сайт, ну, я понял. Лучше сделать в новом окне. Ну, это вроде как поведенческий фактор. Пока он на той странице лазит, пока закроет, а главная страница открыта. То есть, чем дольше человек проводит на сайте, поисковики, они за всем за этим следят. Если человек проводит на сайте меньше минуты, это плохо с точки зрения SEO. То есть, он не нашел результата. Они даже следят, знаете, зачем? Если он через поиск попал, через Яндекс на ваш сайт, через минуту закрыл и пошел дальше по поиску, ниже сайта рассматривать. Значит, он не нашел ответа на свой вопрос. И это очень плохо для сайта. Интересно, модули туда можно? Модульные вот эти вот ссылки вставлять какие-нибудь? Ну, всплывающие вот эти вот. Звонок. А, ну, здесь уже конкретно на этот, вот на эти вот картинки, вот именно этот шорт-код, я сомневаюсь. Это здесь надо уже смотреть вот эти все шорт-коды, где тут же есть всплывающие окна тоже.
Здесь надо как-то смотреть. Потому что здесь я вам говорил, помните, шорт-код в шорт-коде можно использовать. То, что вы сейчас и видели. Я взял иконки и вставил в шорт-код строка с колонкой. Да-да. Чтобы по колонкам разбить. А, ну все, ну, примерно, примерно понял, сейчас поиграюсь. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.